Участники отчетно-выборной конференции Слуцкой районной организации ветеранов подвели итоги работы, обсудили ближайшие планы. С докладом о деятельности организации выступила председатель Слуцкого районного совета ветеранов Валентина Степановна Ведлога. В настоящее время организация состоит из 72 первичных. Из них на предприятиях промышленности и торговли 21, в сельской местности 22, в учреждениях социальной сферы – это образование, культура, здравоохранение, банковская система, система МВД – 28, по месту жительства – 1. В отчетном периоде организация пополнилась 3 новыми – ветераны физической культуры и спорта, учреждение лечебно-трудовой профилактории номер 3, унитарное предприятие «Слуцкгаз», но в то же время 2 приличные организации были ликвидированы. Ветераны Случины взаимодействуют с другими общественными организациями, активные участники волонтерского движения, различных проектов, акций. Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский поблагодарил ветеранов за их вклад в развитие народного хозяйства страны, за воспитание молодежи, вручил благодарственные письма. Председатель Слуцкого районного совета депутатов Наталья Овсянникова вручила благодарственные письма председателю Слуцкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Валентине Степановне Ведлоге, другим ветеранам. Активистов отметили грамотами Слуцкой районной организации ветеранов. Председателем Слуцкого районного совета ветеранов избрана Алла Ивановна Русак.